мотор. Короче, народ еще не сделал это основное. Да. Юрий Михайлович, проектное агентство SmartCard. Пришел в качестве спикера. У нас сегодня была задорная лекция на тему опыта сервисного и как это все работает вместе с брендом. Мы поняли, что практически всем нашим банкам перед тем, как серьезно инвестировать в бренд, нужно плотно поработать с сервисом, с продуктом. И бренд должен здесь скорее быть интегратором для того, чтобы передавать ценности во все точки контакта, всю историю. То есть, если вы заявляете, что вы простые, соответственно, вам нужно быть во всем простым. В мобильном приложении, в общении с людьми, в интерьере и так далее. Сегодня мы, собственно, об этом и рассказывали буквально, о том, как мог выглядеть один из брендов, который заявляет такое сообщение. На примере Кристина. Часто я сталкиваюсь с клиентами, которые дают ли возможность клиентам на пункт, или все-таки приходится? Ну, сегодня очень много говорилось о том, что брендам нужны эмоции, банкам нужны эмоции. Сейчас это слишком консервативное. Коммуникация. Все говорят о выгодах, все говорят о числах, но мы сегодня параллельно существуем в пространстве брендов более высокого уровня, которые часто уже заявляют не о том, собственно, в чем их продукт, а о том, какое ощущение, какое удовольствие, какие впечатления получит человек после того, как уже он взаимодействует с этим продуктом. То есть уже конечные цели. Вот. Сегодня бренды банков все больше и больше стараются это делать, да, и не нагружать тем, чем не нужно потребителей. Мы считаем, что очень важно, чтобы, с одной стороны, да, за нас максимально продумывали все так, чтобы мы, условно говоря, в это не погружались настолько, насколько там не нужно. У нас очень много тем, у нас очень много мыслей. Мы живем как потребители, конечно, да. То есть мы живем в огромном таком медиапространстве. Информация огромное количество. Постоянно нужно что-то выбирать. И просто невозможно все это уместить в голове. И, конечно же, мы, как правило, отдаем предпочтение тем компаниям или брендам, которые за нас очень многое все это продумали. И выстраивают с нами взаимодействие так, чтобы нам все было комфортно. Спасибо.